Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Я вам расскажу про секрет по ловле сазана, которые, возможно, помогут вам поймать рыбу своей мечты. Для начала тщательно обследуйте место, выбранное для рыбалки. Затем узнайте его глубину, дно, расположение коряг и различных неровностей дна. Если ваша снасть без катушки, то на расстоянии глубины вокруг поплавка ничего не должно мешать выуживанию рыбы. При наличии катушки это расстояние увеличивается до 20 метров. Помните, что ловить рыбу при попадании в глаза солнца очень трудно. А значит, при утренней ловле место рыбалки не должно смотреть на восток, а при вечерней на запад. Также к секретам относится маскировка. Замаскируйте себя от глазастой и осторожной рыбы. Повтыкайте в берег веточки ивы или соорудив низкий плетень, который можно использовать в качестве подставки для удилища. А также не забывайте, что одна и та же порода рыб, обитающая в различных водоемах, привыкла к своему корму. Поэтому ее будет необходимо приучить к незнакомой приманке и наживке. Следующий совет – ловите на одну или две удочки, закинув их на разную глубину с разными наживками. А вот попав на реку впервые, не стесняйтесь спрашивать местных рыбаков о местах обитания сазана. Если вы будете искренни, они наверняка поделятся своим опытом. А также ищите место ловли сазана по правилу. Место должно быть удобное рыбе, а не вам. Если ваша снасть зашла в коряги, поставьте удилище на стойку и подождите, пока рыба сама выйдет из этого места. И учтите, что пойманный сазан не сдается на милость победителю, а сопротивляется до последнего и может спастись на последнем рывке. И, наконец, уважайте своего соперника. Взвесьте его, сфотографируйтесь и отпустите сазана в родную водную стихию. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи!